Так, дорогие друзья, доброе утро, good morning, bonjour, hello, доброго ранку. Так, смотрим, пока никого нет, что-то долго. Или я так думаю, что из-за того, что много сразу людей хотят зайти, то не могут. То есть, видите, можно интерпретировать реальность, можно по-разному. Можно никого нету, а можно, что слишком много людей не могут зайти. То есть, как бы, и сразу разное настроение, да? Влад Косов, всем шалом, бутертов. Я, Моше Комиссарук, я уже после молитвы, я могу говорить шалом. До молитвы говорить шалом нельзя, потому что, как пока ты с Богом не пообщался, считается, что говорить людям шалом, это как бы неуважение по отношению к Богу. Поэтому до молитвы нельзя говорить шалом никому. Но если тебе сказали шалом, можно сказать здравствуйте. Типа ответить можно, даже нужно. Шалом всем. Итак, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать 26 главу. Вчера мы прям 6 отрывков прошли, поэтому сегодня начинаем с 9-го. С 9-го отрывка мы начинаем. И, значит, все, всем в Инстаграме привет. У нас же еще появилась трансляция в Инстаграме. И в Инстаграме тоже у нас есть хорошие участники. Все. Фаина Фая, доброе утро. Тамара Зинченко, шалом. Все. Значит, 9-й отрывок. Значит, до этого мы все время говорили о опасности взаимодействия с ксилим. Ксилим – это грешники по вожделению и дураки. То есть, почему этим же словом называют и глупцов переводят, и грешник по вожделению? Потому что это идет вместе. Написано, что человек не грешит, а только если в него вселился дух глупости. То есть, так бы человек бы не грешил. И это очень такая интересная вещь, что у каждого есть внутри вот эта вот чистая душа божественная, которая вообще, ну, как бы, вообще не при делах. Она часть Бога. Бог же не может грешить, это смешно. Теперь есть интеллект, который такая, как бы, мыслемешалка, да, много мыслей, много замыслов, много каких-то идей, а может туда, а может туда. Причем интересно, представьте, мысль человека, она двигается быстрее скорости света. То есть самое быстрое, что есть в мире человека – в мире вообще, в мироздании, это мысль человека. То есть, если свет двигается, еще какая-то нужна скорость, чтобы пройти, то мысль ей вообще, вот смотрите, я сейчас мыслю, захожу в соседнюю комнату через стену, такой оп, и могу сделать по ней круг, прям посмотреть, что там где находится, что где лежит. Можно же так сделать? Можно. Могу сейчас мыслю в Иерусалим, оп, я сейчас на стене плача мыслю, да? Прям за секунду я оказался на стене плача. Я прям четко представляю, стена плача, вот я к ней подхожу, стою, трогаю и так далее. То есть мысль человека – это самое быстрое, что только есть, и самое легкое. Но мысль рождает эмоцию. То есть мысль человека, когда он мыслью о чем-то думает, у него рождается эмоция, энергетика такая, да? И эта энергия, она и бывает окрашена в позитив или в негатив, в удовольствие или в страдание. И дальше есть у человека скафандр, такой биоскафандр тела, который должен реализовывать мысли человека и его эмоциональное состояние. То есть тело, оно просто так, и, причем интересно, ведь тело-то тоже управляется мыслью. То есть ты только захотел пойти в соседнюю комнату, появляется желание, хочу, и тело встало и пошло. Но если тело ломается, оно живет там по своим законам, то тело начинает уже слать сильные сигналы в мозг, в интеллект и говорить: я не работаю, сегодня я выходной, да, то есть ты обо мне не заботился, ты не хотел меня тренировать, ты не хотел. Теперь все, я лежу, отдыхаю, не могу двигаться. И интеллект такой: как, ты заболела, тело? Да, я заболела, все. Есть специальные люди, врачи, они делают починку тела. Хорошо, теперь, значит, возвращаемся, девятый отрывок. Хоах ала бият Шикор. Значит, хоах – это такая колючка. Поднялся в руке пьяницы. Умашаль бепи ксилим. Значит, машаль – это пример во рту у вот этих вот ксилим, дураков, грешников. Значит, мы уже говорили в предыдущих отрывках, что когда человек, он посылает по каким-то своим делам грешника этого, да, дурака, то результат непредсказуемый. Результат непредсказуемый, потому что этот вот грешник, он, что ему в голову взбредет, непонятно, он сам не знает. Вот чем жизнь грешника плоха,
у него настолько его эмоциональная сфера, оно им управляет, что он сам не знает, что с ним будет дальше. Его там обуревают чувства, он такой разболтанный. Теперь царь Соломон сравнивает манеру разговора этого Ксиля, да? Здрасте. Он его сравнивает с пьяницей, у которого в руке колючка. Такой вот пример, метафора. Значит, вот представьте себе пьяный человек. И этот пьяный человек, у него в руках еще колючки. Что он может сделать этими колючками? Он может этими колючками себя поранить? Может. Может. Других поранить? Может. Может. Он может очень много всего сделать. Вот, например, там пьяные люди, они в принципе, вот как действует алкоголь на мозг человека? Алкоголь на мозг человека действует следующим образом. У него внутри есть вот эта вот эмоциональная сфера, которая там его колбасит, крутит в разные стороны. Но интеллект человека, рациональная сфера, он его держит в рамках каких-то правил. То есть, если человек, он отдает управление своей рациональной части, то рациональная часть, она говорит ему, надо делать так, вот такие правила. Ты должен, ты должен, ты должен, ты должен. И в трезвом состоянии человек держится в этом, ты должен. Но если он выпивает стакан водки, то что? Все его вот эти вот «ты должен», они слетают вообще как в 3 секунды. И у него начинается только «хочу». А что он хочет? Желание – это вещь непредсказуемая. Он сейчас то хочет, потом то хочет, тут так хочет, здесь так хочет. И поэтому нам царь Соломон говорит, что как колючка, которая поднимается в руках у пьяницы, также пример во рту этого ксиля. То есть, когда ты послаешь этого ксиля куда-то, да, но тут, наверное, речь идет еще и о внутреннем вот этом вот грешнике дураке, который есть внутри каждого из нас. Потому что, когда ты ему даешь, даешь ему возможность разговаривать, да, вот, например, возьмем процесс обиды. Вот там, например, Беня, ты на кого-то обижаешься? Нет. Есть кто-то, кто вообще тебя обидел вот за последний месяц? Ну вот как он мог так поступить? Как? Козел он, потому что, правильно? То есть, что имеется в виду? Когда человеку другой что-то сказал, и эти слова вошли внутрь, то дальше человек уже эти слова крутит как хочет. Как он мог сказать так? И он вообще, это разве он такой человек нормальный? Нормально бы так не сказал. И дальше человек внутри, он начинает раскручивать эту машину, и в конце концов он под этой же своей машиной у себя пробуждает ненависть, ярость, какие-то там чувства негативные, ну и так далее. Но это он сам себе накрутил. И вот как пьяница с колючкой, так же, когда машаль, когда ты начинаешь говорить слово, например, это значит, вот как семейная ссора, например, да, жена мужу говорит, выкинь мусор. Он говорит, это значит, она не ценит, что я работаю целый день. Он ей говорит, я не вытяну. Она себе говорит, это значит, что он меня не любит. То есть оба сделали на простую фразу «вытянь мусор», и я не вытяну. Оба надели на них свои какие-то примеры, что это значит. И как колючка в руках у пьяницы, она ранит и его, и других. Также примеры вот эти вот машалим, которые используют ксилим. Кто такой ксиль? Это тот, чье намерение направлено не на служение Богу, а на удовлетворение своих вожделений. Понятно, да, то, что он имел в виду, очень интересно. Дальше, 9 отрывок. Рав Мехолель Коль Весохер Ксиль Сохер Оврим. Значит, дословно переводится так. Рав, здесь переводят Рав, это... Рав это всесилен творец вселенной, здесь переводится, да. Рав Мехолель. Но я видел, что Малбим объясняет не так. Мехолель это от слова... Он пишет «ля-рок» вообще. То есть «рав» — это Бог. «Рав» — это Бог, да? Имеется в виду метафора такая. Бог убивает всех. «Весохер ксиль сохеровим». И он нанимает. Вот и грешника не нанимает. «Сохер» — это награждает грешника и награждает преступника. Вообще непонятно, да? Вообще непонятно, что значит Бог, он убивает, разрушает, а здесь переводится творец вселенной, обуздывает.
Ну, непонятно. Хулель, Михулель. Значит, возьмем, идем по Малбиму. Значит, он объясняет так. Значит, вот есть Бог, хозяин мира. Вот есть преступник, который обидел Беньямина. Да? То есть он, ну, он как бы и козел, и преступник, и ксиль наверняка, потому что он это сделал... Ну, нормально бы человек Беньямина не мог обидеть, да? Но теперь возникает вопрос. Тот, кто это сделал, вот этот вот негодяй, да? Его кто послал? Он действует помимо воли Бога или он действует все-таки по воле Бога? Может ли он действовать без согласия Всевышнего? Или не может? Оказывается, не может. Потому что если мы верим, что Бог управляет всем, то Он управляет и этими ксилим, и грешниками, и дураками, и Он управляет и преступниками, и всеми. Теперь получается так, что и Он же им дает жизнь. То есть Он дает даже им, Он дает возможность утром проснуться, покушать, там, попить и так далее. И дальше он Беньямина обидел, дальше ходит, да? Ничего с ним, молния на него же не упала после этого. Что из этого следует? Из этого следует, что Бог, Творец мира, Он управляет всем мирозданием, и что бы ни происходило, происходит по Его воле. И теперь вопрос, как я эту волю воспринимаю? Если я воспринимаю, что Бог хочет мне зло, тогда у него получилось, меня обидел этот дурак, и мне плохо. Но если я думаю, что Бог же не хочет мне зла, почему? Потому что если бы Он хотел мне зла, Он бы меня бы и не создал, Он бы меня бы не держал на этом свете. Он бы, если бы Бог хотел мне зла, всесильный Бог, Он бы меня просто уничтожил. Значит, Бог хочет мне добра. То есть то, что мир существует, несмотря на все то зло, которое делают люди, это значит, что Бог, Он хочет добро делать. А чего ж тогда меня этот человек обидел? И вот тут Тора нам дает рецепт, если к тебе пришли страдания, что проверь свои дела. То есть Бог мне послал вот этого дурака для того, чтобы я понял, что я куда-то не туда иду. Чтобы я вернулся назад и проверил свои дела. Правильно ли я действовал? Почему я оказался в ситуации, когда этот дурак вместо того, чтобы обидеть другого дурака, обидел меня? Проверил я свои дела в лучшем, ну, если человек, он уже знает, у него есть понимание, что такое хорошо, что такое плохо, он уже, у нас 201 урок, и мы уже примерно продвинулись вообще, как надо действовать, то тогда он сразу понимает, где его была ошибка. Он понимает. Если он не понимает, он говорит, так, секундочку, я все делал правильно, я совершенно правильно пришел ночью в этот ночной клуб, и совершенно правильно подошел к его девушке, этого парня, и пригласил ее танцевать. Я тут, где моя вина? Никакой вины. А он взял меня и просто ударил меня, еще плюнул на меня. Что за дела? Что за жизнь такая вообще? Я все делал правильно. Тогда Тора нам говорит, что если ты проверил свои дела и не нашел, за что тебе пришли страдания, значит, ты мало учил Торы. То есть та твоя система, по которой ты считаешь, что все было правильно, она неправильная. Понятно, да? То есть если все-таки по итогу есть страдания, и ты уверен, что виноват не ты, то есть, что вообще нет твоей никакой вины. Значит, ты где-то ты не знаешь, что, где ты совершил ошибку. Вот так вот нам советует Тора. Поэтому Бог написано, Он даже наказывает и убивает все, то есть все в этом мире по Его воле. И Он дает награду даже этим преступникам и даже этим ксилим, грешникам, да? Потому что, в принципе, все мироздание выполняет Его волю. Как тут ни крути, все мироздание выполняет волю. Если ты, как элемент мироздания, хочешь, чтобы тебе было только хорошо, значит, ты должен влиять больше всего на себя, и ты должен разбираться с собой, со своим внутренним миром, со своим поведением, со своими делами, желаниями, целями, реакциями там, и так далее. Дальше. 11 отрывок звучит так. «Тикелев шав алькео». Как собака возвращается на то, что она врыгает, да, изрыгает на рвоту свою. Как собака возвращается на рвоту свою, так же ксиль шоне бейвалто. Так же ксиль, он, вот этот вот грешник-дурак, он возвращается на свои вот эти вот идеи, которые его привели к греху. То есть собака, приводится здесь, комментаторы объясняют, что собака, она... Значит, давайте я до собаки, я сейчас расскажу одну интересную вещь. У меня есть один знакомый, который, у него раньше было все в жизни внешнее, ну, очень, он был очень успешный в деньгах,
он был очень успешный по... такой успешный парень. Потом он начал соблюдать, и у него начало все сыпаться. Начало все сыпаться, и в итоге он потерял все, ну, то есть очень у него были большие потери. И как-то мы с ним разговаривали на тему, то есть я как бы, ну, я так считаю, что если у человека есть неприятность, прям написано прямым текстом в Талмуде, это Талмуд Брахот, написано «И мусурим, и диули адам», если страдания пришли на человека, «И фашвеш бы маацав», он должен проверить свои дела. Проверил и не нашел, проверил и не нашел, проверил и не нашел. Если человек проверил и не нашел, значит, он мало учил Торы. Теперь, что из этого следует? Я ему это говорю. Слушай, ну если у тебя такие неприятности, ну вот, ну давай, может, ты где-то ошибаешься. Он говорит, да, я все делаю по Торе. Все делаю по Торе вообще. Я говорю, ну вот расскажи одну историю, как было дело. А, он говорит, я все делаю по Торе, просто вокруг люди, ну идиоты, кселим. Одни кселим вокруг, говорит, нет, нормально. Я говорю, давай разберемся, вот последняя твоя потеря, как было? Он говорит, у меня был один клиент мой, который, мы с ним друзья, и я его там уговорил, чтобы он был моим клиентом. Я ему сказал, что я тебе дам цены самые низкие. И, значит, я ему составил смету, ну, не я, у него же сотрудники, там были люди, кселим вокруг, то есть он не сам делает, а он посылает как раз. Он говорит, представь, какой дурак у меня работает, вообще, что за люди у меня работают? Значит, я своему другу пообещал, что я ему дам самые низкие цены. Он у меня сделал заказ. Потом ему послали смету. Он подписал, ну, сказал, что все, и уже хотел деньги переводить. Но тут вот этот дурак послал ему настоящую смету. А, ну, было, он сказал, что я сделаю по минимуму. А на самом деле он завысил цены, там, ну, он, получается, он своего друга обманул. Ну, того, которому он обещал сделать по минимуму. И он говорит, этот дурак послал, мол, который у меня работает, послал ему настоящую смету. И то теперь ни, у меня ни друга, ни заказа, ни денег, ничего. Ну, как, говорит, с такими дураками работать? Понятно, да, идея? То есть, когда человек делает ошибку, он не видит, что он делает ошибку. Потому что мы уже это учили, что каждый человек прямо в своих глазах. И он в чужом глазу видит, это народная мудрость, в чужом глазу он что видит? Он видит в чужом глазу соринку. А в своем он бревно не замечает. И действительно вокруг много кселим, то есть их действительно много. Но это, эти кселим, они все в руках Всевышнего. И они все в руках Бога, и они все прямо служат орудием. Если ты идешь куда-то неправильно, то тебя эти же кселим начинают бить. Если ты как бы вышел из их вот этой вот битвы кселим, да, то они начинают бить друг друга. То есть ни у одного из этих кселим хорошо не будет. Я сейчас буквально вот вчера, там позавчера я читал, один там топ-менеджер какой-то российский, который еще, ну в общем еще давно, еще в 90-е годы, он там заработал огромные деньги и уехал из России, со всеми переругался, уехал из России. И потом сейчас у него суд с женой бывшей, суд с бывшими детьми. В общем, в итоге он закончил жизнь самоубийством. И я случайно заглянул, посмотрел вот эту вот переписку его новой жены. Это война, это пауки в банке. При этом эти люди, то есть довели, он закончил жизнь самоубийством, он не знал, как из этого вылезти. Только адвокаты на суде с двух сторон стоили за последний год $1 миллион. Он заплатил 500 тысяч, и его бывшая жена заплатила 500 тысяч, они судились за имущество, все. То есть люди, которые там рвутся к деньгам, все, но они, а это не значит, что они счастливы. То есть если ты идешь к деньгам, но ты нарушаешь вот эти все законы божественные, то все равно ты попадаешь в ситуацию, когда тебя разрывает с разных сторон, кселим эти, они везде. Понятно. Поэтому что человек должен делать? Он должен очень четко следить за своими действиями, за своими словами, за своим внутренним миром. И только в этом случае есть возможность и шансы пройти этот внутренний мир и пройти этот жизненный путь более-менее счастливым. Потому что иначе, если ты только ты входишь на вот эту вот плоскость нарушений, обид, войны и так далее, то все, там тебя рвет на части и все. Хорошо, и последний у нас, давайте тогда закончим чем-то хорошим. А, вот давайте, вот этот 11-й пасук про собаку, которая возвращается на свою рвоту. То есть, говорят комментаторы, я небольшой собачник, у меня есть одна собака, я ни разу не видел, чтобы она свою рвоту ела. Но, говорят комментаторы, может, раньше были такие собаки, что собака, даже если она съест что-то ядовитое, она это вырывает, а потом может она обратно ее даже съесть. Она хочет это.
А, она хочет съесть, да. Вот говорят специалисты, что она хочет съесть. И как собака, она возвращается даже на то, что она вырвала, ей это было нельзя, вредно. Я, кстати, у людей то же самое знаю, что есть люди, которым это вредно, он знает, что это ему вредно. И он не может, он это ест, зная, что потом будет мучиться. Ест, курит, там, пьет, ну и так далее, колет. И также ксиль, он возвращается к своему вот этому ходу мысли. И хотя написано было до этого, что ивелет ксилим рима, ну, то есть, в общем, было так написано, что когда ксиль говорит, что он сомневается, он себя обманывает. Он на самом деле, ксиль чем отличается от ивеля, да? То есть, ивель, он по-настоящему сомневается, а ксиль, он по-настоящему верит в Бога. Он по-настоящему знает, что есть Бог, что есть правда, но он, его вожделения настолько сильны, что он использует ход мысли вот этих вот сомневающихся для того, чтобы себя как-то успокоить. Но глубоко в сердце он все равно знает, что это обман, что он сам себя обманывает. Но он все равно возвращается на вот этот вот самообман, потому что его внутреннее вот это вот желание, вожделение, оно, значит, ну, оно его, конечно, побеждает. Вот только сегодня, случайно тоже, не сегодня, пару дней назад, я смотрел, ну, что-то я смотрел там, новости, заголовки, и... Сейчас судили одного из 9 самых главных кардиналов Римской католической церкви за педофилию. Педофил. То есть он 9 самых крутых, он был финансистом Ватикана. Ну, то есть это уровень там, ну, вообще, вот только, ну, правая рука, финансовый директор Ватикана, и его посадили в тюрьму, педофил оказался. Да, это кардинал. То есть это к чему говорю? Что, ну, наверняка, если он там кардинал, он всю жизнь, ну, поднялся на такие высоты, то у него, ну, наверняка он же не мог всю жизнь обманывать, что он там не верит во всю эту систему. Но, тем не менее, его вожделения настолько сильны, что это человек, который мог сделать, ну, преступление, их там папа этот, он сказал, что это как убить человека, ну, там, жертва. То есть, и они понимают, что это ужасно, но настолько вожделения сильны, что человек не может им противостоять, если он... Опять же, если это он не знает и не целенаправленно не работает над тем, чтобы этого не было. То есть, как только он дает возможность этим вожделениям расширяться и побеждать себя, все, он как собака возвращается на них. Давайте, ну все, в общем, на этом мы закончим, давайте подведем итог. Значит, первое, что война ксилим, ксиль есть в каждом из нас, я думаю, тоже. У каждого из нас есть свои вожделения, и надо, понимая, как эта штука работает, надо с ними бороться. Я вот сегодня только я думал на эту тему, как с этим бороться, и ко мне пришла такая идея, что вот у человека есть вот эти вот мысли. Вот как происходит вожделение? Вначале он говорит, я хочу кофе. Простую фразу. Пока вожделение не сильное. Потом, когда он говорит «я хочу кофе», у него пошла энергетика, вот это вот «хочу». Потом эта энергетика поднимает у него картинки, как ему будет хорошо, когда он попьет кофе. И оно растет еще сильнее. Он говорит «я не просто хочу, я очень хочу кофе». И у него пошла еще сильнее энергетика туда. То есть он качает свое вожделение. Как быть в этой ситуации? Рабби Нахман советовал, что если у тебя появляется вожделение, вот, например, к женщине, да, то ты должен, наоборот, использовать тот же язык, на котором говорит вожделение, оно говорит через воображение. Использовать для того, чтобы это вожделение убить. Как советовал Рабби Нахман, открой анатомический атлас, посмотри на эту женщину в разрезе. Вот представь, вот с нее снять кожу, мышцы вот эти вот, кишки, наполнение ее кишечника разгляди хорошенько, да. И у тебя сразу пропадет вожделение. То есть, когда ты представишь ее только в другой картинке, или если это не женщина, а пирожное. Представь, это пирожное, а в нем червяки, стекла, блевотина, начинка такой, эклер, а внутри блевотина. И тебе сразу этот эклер по-другому будет хотеться. Вообще не будет хотеться этого эклера. Да, Беня, не хочется уже эклера вообще? Все, друзья, в общем, удачи, успехов, боремся с вожделениями. И с ксилим лучше дело не иметь. То есть, потому что они неуправляемы. Ты не можешь управлять ими, ты можешь от них только постараться максимально отгородиться. И пусть они между собой разбираются, потому что все они орудия в руках Бога, и на каждого ксиля найдется другой ксиль. Все, удачи, успехов, хорошего дня.